Кружащие зеленые, мне кажется. Еда с наш домик. Смотрите, какие милые гирляндочки. И, пожалуйста, шампура, решеточка. Классная качелька. Завтра на ней прокатимся. Такая вот верандочка. И классная-классная беседка. Беседка тоже здесь с гирляндами. Высокая, деревянная. Котики, ежики лазят. Очень уютно, картинки. Такая вот уютная лесенка. Все продумано до мелочей, так пахнет. Обалденно. Мангальная зона. Скоро будет шашлычок. Какие виды из окна. Наша комната, второй этаж. Две двухспальные кровати. Очень удобные. Мягкие достаточно. Свежее постельное белье, ароматное. По два одеяла. Комод для вещей, картинки классные. Тут еще одна кроватка. Такая же. Кресло, столик. Мы не открывали это окошко.
Здесь у нас во дворе еще идет стройка. Не будем на нее пока обращать внимание. Это готовится следующий домик. Но и помимо этого, здесь и так замечательные, красивые виды. Там вдалеке ледники еще на верхушках видно. Пихтовый лес. Елки, класс. И везде со всех сторон здесь лес, горы, елки. Все, идем. Не будем терять времени, потому что, видите, погода, тучи сгущаются, и будет, возможно, сегодня маленький дождь, поэтому нам нужно успеть. Солнце уже высоко. 8 утра, пора уже идти, пора. Мы так сегодня позволили себе выспаться, как никогда. Мы решили пройтись пешком. Сейчас будем подниматься в горы к елкам. Лошадка пасется, объедает деревья. Ледники. Снежочек еще не растаял. В горах. И тут тоже снежок виднеется. Кусты барбариса растут. Барбарис еще зеленый. Колючий. Много кустиков, прям много ягод. Приближаемся к точке назначения. Первыми видим березки, а дальше сосны, елочки. Ну, пойдемте искать грибы. Все, почти пришли. А вот и зонтик. Какой красивый, в колючках. Ай, мы тебя все равно достанем. Хороший, упругий. Первая находка, которую мы, конечно же, возьмем с собой. Зонтик. Вот оно, колечко, которое свободно крутится. По ножке сходит туда-сюда. Чешуйки. Чешуйчатая ножка. Сочный, вкусный, свежий. По заходу в лес, как видите, здесь березы в начале, как я и говорила. Ну и первый гриб в лесу. Это настоящий. Вкусный и чистый подберезовик. Карабкаемся. Тут сосенки. А в сосенках, как вы думаете? Конечно же, рыжики. Нашли рыжики. Здесь у нас елки. Режем рыжики. И они растут здесь прямо по склону. Прям вот снизу вверх смотришь и видишь эти рыжие шляпки. Правда говорят, что в Архизе пошли рыжики, потому что они действительно пошли. Нужно проверять обязательно на червивость, потому что бывают червивые. Вот, как видите, да? Этот рыжик старый, можно даже не брать, этот тоже. Выбираем только те, которые меньше всего червивые. Вот экземпляр, вот. Вот, смотрите, прячется как умело под листьями. Должен быть неплохой. Ножка прям толстенная. Ничего такой. Чистенький. Я нашла удивительный гриб. Гриб из красной книги. Это гриб-баран. Смотрите, какая находка удивительная. Очень напоминает наши весенние сморчки. Но на самом деле это гриб-баран. Попадается очень редко. Такой вот удивительно красивый грибок. Еще раз повезло. Рядышком, видимо,
из их семейства. Еще один гриб-баран. Ну, правда, как весенний сморчок. Класс. Какие виды. Птицы поют очень высоко. Елочки, сосенки, фихточки. Красота везде. Вроде как бы и поднялись. Точнее, я поднялась невысоко. А по состоянию, кажется, очень высоко. Очень крутой подъем. Ух, какая высота, ребят. Сейчас буду спускаться с этой круче. Речка шумит внизу. Не видно. Сейчас поближе подойдем, посмотрим на речку. Полянки, смотрите, спустилась под барбарисиком. Еще гриб-зонтик попался. Тоже пойдет вместе со мной в корзинку. Сейчас вот в тот лес схожу, пойду посмотрю, что там. Надеюсь, там не очень круто. Иначе придется просто менять место дислокации. Вот это мощь. Впереди вон речка видна ее, горная. И горы, горы, горы. Все вокруг в горах. Солнышко проглядывает. Может, погода наладится. Хоть бы дождя не было. Но пока на данный момент жарко. По горам ходить очень жарко. Но температура здесь сейчас на данный момент 17. А в Краснодаре 50-60, чтобы вы понимали. На солнце. В тенечке 40. Ох, вам не передать это все через камеру, конечно, как это выглядит все на самом деле. Это того стоит, и сюда стоит приезжать, конечно, не на 3 дня, как я, а приезжать сюда на неделю, как минимум, чтобы побывать везде. Потому что везде здесь побывать за 2 дня невозможно. Очень красиво. Дымка такая везде. Жалко, конечно, что дымка, испарения большие идут. Ох, какие елки пушистые. Ну, сейчас пойду их проверю на наличие рыжиков. Белого, кстати, ни одного еще не найдено. Но мы еще пока не доехали. Точнее, мы же пешком пошли сейчас, недалеко от своего дома. А когда сходим в этот лес, посмотрим, проверим, вернемся домой, поедим. Сядем на машину и поедем к озерам. Надеюсь, мы доедем к ним. Посмотрим, там еще грибы. Там должно быть поравнение, такая круче, как здесь. Сразу на пороге грибочки. Смотрите, какой чистейший рыжик. Здесь они прям посочнее. Видимо, речка рядом влажнее им. Может, потому что не так высоко. А рыжики здесь почти чистые. Красота. Конечно, берем. Такой грех не взять. Здорово. Красивые такие, чистенькие прям. Пара груздей можно взять с собой. Остальные, я думаю, будут червивые, мне кажется. Ну да, эти оставим здесь. Иду, думаю, что за красное торчит из листиков. А это водосик настоящий, молоденький. Белоножковый, чистый. Красота. Ну, шикарно. Какое разнообразие грибочков. Чистый. Замечательный грибок. Конечно, берем с собой. Обязательно. О, какой рыжик под елкой. Наверное, конечно, он уже плохой, но размеры впечатляют. Плоховатый он, конечно. Он обломала его. Видите? Но размеры, дай бог. Под елкой спрятался, под маленькой. Такие бабочки красивые. Лакомятся нектаром, красотка. Здесь их очень много, они все такие разные. Кто знает, что это за бабочка, напишите. Максим Королёв, ты должен это знать. Их очень много, но вот это, по-моему, вторая, которую я смогла заснять.
остальные просто улетают. Собираем земляничку, попадается. И вот такие вот кустики лесной малинки встречаются. Малина очень сладкая. Прям невероятно. Вкуснее домашней. И спелая. Смотрите, да, какой кустик? Сколько ягодок на ней красненьких. Вкуснота. Думала, дождевичок ковырнула. Не-а, веселка. Такое вот сегодня разнообразие. Огромное количество грибов попадается в пихтарнике. Тут же рядышком с яйцом веселки. Смотрите, какая семейка. Раз, два, три, четыре и пять. Круто! Начинаю собирать зонтики. Как мне сегодня повезло найти много зонтиков. Мне ножки не нужны, уж простите, ребята. Я беру только шляпки. Сегодня будут зонтики вкусно-нежный деликатес. И идем к другому. Товарищ самый большой. А здесь у нас второй на сегодня красноголовик. Как вы видите, опад осина и пихта. И за счет того, что здесь осина, попадаются вот такие грибы. Конечно, он уже не такой белоножковый, как тот, но достаточно чистый. На срезе идеально. Неедимого червя. Шикарный. Возьмем с собой. И идем дальше. Thank you.
чистый. Хороший возьмем, конечно. Класс. Наверное, грусть. Посмотрим на его состояние. Такие мы уже находили. Вот кто-то срезал. Отличный. Вот этот возьмем. Чистый. На засол. Еще. Рыжечки. Парочка сухих. Ну так. Нет. Все полностью съедено. Оставляем, конечно, здесь. И смотрим дальше. И вот еще красивая полянка. Вот я так и думала, что здесь рыжиков будет больше в молодом ельнички. Вот они как спрятались. Прям ничего, такие вроде свежие. А может, нет. Ничего, свежий. Но здоровые, все крупные. Чистые рыжики, да. Маленьких почему-то нет. Видимо, слой уже завершается. Так как не холодно в лесу ни разу. Ягода малинка. Почти везде уже спела. Вот еще, там еще. Блин, я так никогда не насобираю малину. Почему я ее сюда съедаю в лесу? Потому что она очень вкусная. Парит так, как перед дождем. Дождь обещали мелкий на сегодня, на первую половину. А он, типа, на второй половине дня стоит прям хороший дождь. Ну нет. Дождь не пошел пока. Я нашла, прям была моя мечта сюда, когда я ехала, найти этот гриб. И та-дам! Лесовичок меня вознаградил. Это настоящий красный мухомор. И он такой свежий, свежий, классный. Юбочка. Остатки покрывала. Класс. Ну что, будем пробовать? Чистейший грибок. Кусочек отведаем, да? Ради вас. Иду на эксперимент. Ну, много не буду, конечно. Но я уже его пробовала, поэтому как бы я знаю этот вкус. Гриб как гриб. Грибной привкус. Конечно, от этого кусочка со мной ничего не произойдет абсолютно. Поэтому возьмем его с собой. Thank you.
Так, значит, по итогу у нас сегодня получилось. Одна веселка, один мухомор, зонтики, подосики, подберезовик один даже и пара баранчиков. И рыжики, которые я сейчас помою и пересыплю солью, чтобы дома уже дальше потом засолить. Грибы кладу на сухую сковородку, так как они мокрые, в них много воды еще. Сейчас потихоньку все это будет выпариваться. И мы посмотрим, как с этого объема грибов останется только четверть. Ну, вот не прошло и минут пяти, видите, была сборка, стало совсем уже поменьше. Сейчас перемешаем, еще меньше станут. Жарится. И будет сейчас картошка. Жареная картошка, жареная свежими арахисовыми грибочками. Пахнет. Вода у нас выпарилась, поэтому сейчас мы добавляем масло. Масло у нас с собой только подсолнечное, потому что сливочное мы не купили. Но это не страшно. Так даже еще вкуснее. Видите, да, какой получился объем грибов, того, что мы пожарили. Здесь у нас все зонтики и все подосиновики. Остальное мы пока оставили. Сейчас они чуть протекутся, чуть поджарятся, и я добавлю лук. А, нет, сначала посолим. Посолим, поперчим, а потом добавим лук. Готова наша картошка с грибами, жареные подосиновики и зонтики, салатиком. Все просто, все вкусно, ароматно. Картошечка зажарилась, грибочки тоже. Ну все, приятного мне аппетита!